нашу встречу, что нам кассир случайно нагадал. И как метался по вагону вечер, и постоянно нам надоедал. А время шло по замкнутому кругу, поддерживая вспыхнувший огонь. Мы слушали и слышали друг друга, как будто бы одни на весь вагон. Этот вечер под стук колес, этот вечный немой вопрос, этот странный неяркий свет, и в ответ нет. Все было слишком призрачно и зыбко, как вид через замерзшее окно. Растерянная грустная улыбка, приметаю, что вам не все равно. Но как мы друг на друга не смотрели, как будто бы от радости светясь, летели наши кресла в параллели. На самом деле так и не сходясь. Этот вечер под стук колес, этот вечный немой вопрос, этот странный неяркий свет, и в ответ нет. Вот полустанок промелькнул и нету, и только черный космос за окном, а в нем как будто малая планета, под лампой освещенное пятно. Мала планета, но на ней не тесно, там не с кем ни ругаться, ни дружить. И нам, летящим мимо, неизвестно, а есть ли на планете этой жизнь? Этот вечер под стук колес, этот вечный немой вопрос, этот странный неяркий свет, и в ответ нет. Но быть может, под стук колес растревожит прямой вопрос, и в ответ как бесценный дар.